Космические корабли, бескрайний космос, красивые девушки и оружие будущего. Все это ждет тебя в игре Star Conflict. Создать самый мощный корабль и сражайся за власть в галактике с тысячами игроков. Огромный выбор космических кораблей, бешеные баталии и тонна сюжетных заданий. И именно сейчас ты получишь подарок при регистрации и будешь нагибать врагов сразу после входа в игру. Ссылочку я оставлю под видео. Ну вы же готовы были увидеть это! Наконец-то эта обнова вышла! Всем привет! С вами так что Coffee White! Всем привет, дорогие друзья! И наконец-таки вышло наше долгожданное обновление Low Rider. Посмотрите на эти тачки, на эти сабвуферы, боже! Каким-то нечаянным образом. Охренеть. Я не знаю, ребят, как это произошло. Ну вы только посмотрите, вот, например, на эту тачку. Можно же в нее сесть? Нет, только на пассажирку. Так, но, Леха, блин... я предлагаю уже заказать машины и поехать сразу в тюнинг и прокачать их по максимуму. Я но уже хочу... заказать наши машины, но мне, походу, нужно уничтожить свою, да? Так, ну да, наверное, я вот такой не знаю, какую тачку, ребят. Во-первых, давайте я смотрю. Давай, скорее всего... за 200 тысяч, которые мы брали, я даже да. название не помню. Я вот сейчас посмотрю название, в общем, ребят, сейчас, смотрите, добавили вот тачку. Такой вот новый так. сайтец под названием Бенис. Да, и звучит. Звучит немного странно, конечно же, но все же. То есть это Бенни, то есть автосалон Бенни. И смотрите, какие тачки здесь добавили. В общем, такой Vapid Chino. Попробую сейчас уничтожить машину. Вот, весь ассортимент, и он, конечно же, очень-очень даже крутой. Я уничтожил свою тачку. Блин, зачем ты мне даешь? Я уничтожил свою машину. Так. Все, мне дали звезды, это уже плохо. Звоним Ламару. Также добавили, ребята, кучу новых костюмов. Вот пример вот такой вот, такой бандитский костюм. Добавили еще пару оружия. Естественно, мы это все в ролике вам покажем. Поэтому смотрим до конца. Так, Лёха, я тачку заказал, я заказал Чина. Так, я тоже заказываю. Чайна. Блин, да почему мне дали звезду, сука? За что? Давай сделай самоубийство, чтобы не привлекать себе особо внимания. Да, ну, зачем убьют, это? Так, где моя машина, где моя машина? И, кстати, мне кажется, чтобы прокачивать, чтобы прокачать тачку, нужно ехать в какой-то определенный салон теперь. Да, там есть салон. Сейчас, подождите, ребят, я тут... Офигеть, вот это тачка. Олега, пока он приедет, было все спокойно. Олег приехал, перевернули тачку, началась пизда. Я ничего на самом деле не делал, я просто приехал, купил костюм себе и все. Да. Не, ну, ребята, тачка, конечно, это так, бомба. Подожди, нам нужно звонить механику, да? Механику звони, заказывай, значит, тачку, которую ты купил и... Блин, это реально клёво. Так, пафосный, мне кажется... Ну, я не негр, конечно. Я пока посмотрю на карте, вообще, может быть, где-то отмечается, куда теперь нужно ехать, чтобы починить... Давай, я... Вуду, я помню из GTA San Andreas Вуду. Давай, да, виндикатор давай. Закажу, виндикатор. Давай, заказывай её. Мы сегодня протюнингуем с Олегом прямо сейчас при вас. А, две тачки, два автомобиля лоурайдерских, которых мы заказали на сайте. Все, Леха, я поставил себе карту, точнее, точку на карте. Подожди меня, пожалуйста. Давай, Пойми, я тебя жду. Взял. Так, ты где? Да поехали уже, все. Ту, которую взял, на ту и поедешь. Поехали. Я не ту взял, я вообще мотоцикл какой-то заказал. Да ты гонишь, что ли? Я не знаю название, подожди. Так я сказал тебе Чину, Вуду там или не знаю. А, Чину, ёпти в каку. Давай, ты Вуду взял или Чина? Я Чина взял. Сейчас, подожди. Ну что там, Лех, поехали уже. Подожди, нужно уничтожить автомобиль. А ты в курсе, если ты сейчас уничтожишь его, то тебе заново же 5 минут надо будет ждать, чтобы заказать тачку. Я лучше в гараж съезжу, он рядом. Так, ну я тогда поехал чиниковать. О, ну ладно, ладно. Так, где у нас... Вон, там просто куча народу тусуется уже у тюнинга. Так, окей. Ой-ой-ой-ой, встречка! Боже, ну тут чувака, конечно, тачка прокачана, такая красивая, блин, ребят, уже честно. Ну, кстати, мотоцикл тоже у меня прикольный, но он не входит в автомобиль лоурайдера, извините, ребят. Я доеду сейчас лучше до своего. Добавили, кстати, ребят, не только какие-то вещи, а еще задания. Тюнинг, там в каком-то. Нет, тут только определенный тюнинг, тут только в определенном месте тюнинг. Это я так понял, то, что добавили какие-то задания. Просто по фоткам. Итак, подъезжаем, ребята, вас. Невозможно активировать, находясь в транспортном средстве. А то здесь нужно, скорее всего, пройти то ли какой-то задание. Да, нету или еще что-то. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Я буду сейчас тюнинговать уже автомобиль. Тебе нужно, скорее всего, пересмотреть там вот то, что вот задание. Да, вот. Я понял, да. Так, сейчас, подожди, тачку припаркую, чтобы с ней ничего не случилось. Итак, я, блин, уже, ребята, честно говоря, вот, в предвкушении. Всё, открыл мне это. Ну, давай. Налог, походу, я должен пересматривать. Да. Не хочу. О, что за чуваки сзади меня появились? Ну. Боже, ребята, эти диалоги, монологи, что это такое? Багажник можно переоборудовать. И вот тебе лоурайдер. У них пойдёт... гудок такой ту-ту-ту. Да, там можно куча гудков. Это и... либо 50 Cent, либо Eminem, но я не знаю Eminem. Эминема. Это какой-то... Опа! Тогда, всё. Тогда, когда нормально был. Ребята. Я помню 50 Cent in the club, там, и чёрт, ю. Мы приступаем к тюнингу нашего автомобиля. Капец, он дорогой, 185 кусков. Говорят, что 1,5 миллиона выходит полный тюнинг одной тачки. Да вы гоните, охренеть, ребята. Я вчера смотрел одну передачу, там люди были в Детройте, вот.
И, короче, там тачка лоурайдерская была. И там сказали, что такие тачки стоят где-то в порядке 2,5 миллионов. Так что офигеть, здесь, в принципе, реалистично оформлено по ценовому. Охренеть, качеству. Я могу поставить двигатель, смотри, блок цилиндров V8. Офигеть. А что тут еще есть? Так, охренеть. Все, ребят, сейчас просто по полной. Кстати, я читал на сайте, что в этом сервисе можно тюнинговать, походу, не только эти лоурайдерские тачки. А что еще можно? Походу, можно и другие протюнить тут. Блин, ребята, сейчас просто по полной прокачали наш автомобиль. Это действительно круто, выглядит все очень круто. Блин, нравится мне это обновление, нравится, наконец-то. Подожди, как долго этот монолог сраный идет? Долго, очень долго. Так, не, я, пожалуй, такое ставить не буду, вот это мне не нравится. Так, что мы можем? О, конечно, тройной суперчарджер поставим, естественно, наш капот, конечно, ребята, как же без этого. Так, клаксон, тут, смотри, добавили... Ну-ка. Блин, а подождал бы лучше меня, мы бы вместе все делали. Мне нравится, понимаешь, клаксоны теперь музыкальные, там реально какая-то песня играет 50 Cent'а, что ли, или еще это... А, это Liberty City, знаешь, когда в игру заходишь, там такая песня играет. Блин, я поставил себе такое, ребята, так. Охренеть, гид... 200! Олег, успокойся! 200 тысяч стоит! Охренеть, тюнинг дорогой! Можно поменять внутренний салон, можно поменять, ты прикинь, дизайн салона, то есть обшивку я можно... Я понял, да. Так, задание можно сразу выходить? Да, задание можно сразу пропускать и... Так, цвет, давайте выберем какой-нибудь цвет. Ё-моё, ребята, мне это напоминает просто GTA San Andreas. Меня из сессии выкинуло! Из-за этого сраного говна! Так, ладно. О, вот давайте вот так. Нет, вот давайте вот какой-нибудь. Нет, все-таки давайте черненький, мне кажется. Зачем нам. Вот такое вот сделаем. Так. Потом ставим украшение. Украшение! Да ладно! Давайте вот что-нибудь такое поставим. Вот это мне вот не знаю, но мне напоминает это Алексея нашего. Так, вот его поставим, короче, нет. Вот, а может, давайте посмотрим, что-нибудь еще здесь есть. Здесь есть смерть с косой, и, короче, ладно. Так, индикаторы. Давайте посмотрим, что. Индикатор можно менять, ё-моё, ребят, ну тюнинг здесь, конечно, просто обалденный. Так. Продолжаем тюнинговать. Так. Ставим, значит, руль. Красное дерево. Не, давайте что-нибудь другое. Ух, нифига, цепь просто вместо руля. Офигеть. Так, вот давайте это тоже поставим. Так. Чё за рычаги? Чего? Ладно, давайте вот такого турбинового самоцвет. А тут еще старый микрофон, вот его поставим. Да, ну-ка, что здесь еще есть? Череп. Граната есть даже, нифига. Так, таблички. Беннис тут, ё-моё, Сан-Андреас, Вагас. Маджини, ё-моё, ребят, давайте Вестсайд, вот такую вот сделаем себе табличку. Цвет панели. Еще цвет панели можно менять, ё-моё. Просто можно сделать какую-то прям разноцветную, такую радужную какую-то машину, как мне кажется. Так, ксеноновые фары, естественно, ставим. Неоновый набор везде. Так, спереди, сзади и по бокам. Поставили, да, цвет неон. Давайте красный сделаем. Мне кажется, красный нам подойдет просто в самый раз. Да. Так, что у нас еще осталось здесь? Раскраска, давайте... Ну-ка, давайте посмотрим. Ёжик, просто... Давайте вот такую. Ё-моё. Охренеть, ребята, я просто сейчас, наверное, влюбился вот в эту машину. Так, номерные знаки, давайте, держатель для значка, что у нас... Блин, это круто! Давайте цепь поставим, наверное, вот так вот круто смотреться будет. И поставим, наверное, вот какие-нибудь такие, наверное. Хотя, не, у нас есть, вот, ребят, у нас есть вот такие вот номерные знаки, кофе, естественно, такие будем ставить себе. Так, окраска автомобиля, ну-ка, здесь еще можно цвет... Не, стоп, мы это меняли уже, так. И давайте поставим, наверное, цвет, ну, какой-нибудь такой, не... Ну, смотрится тоже прикольно. Ну-ка, давайте смотреть дальше. Какой же цвет подойдет уши к нашему автомобилю? Ну, наверное, так. Ну, такой тоже, кстати. Ну, блин, здесь все цвета смотрятся действительно круто. Так. И нет. Вот. Hola, amigos, guys. Я тебя перебью, конечно, но я подъезжаю к своему гаражу. Точнее, к этому гаражу. Ну, будет, пускай он будет мой. Ну, здесь всё, можно прикинь. Я тоже сейчас, Олег, буду тюнинговать вместе с тобой. Давай, Лёха. Только когда выйдешь, сука, не беги вперед поезда, как ты это делал сейчас. Жди, ничего не говори. Да дай мне насладиться этим вот самым моментом. Так, продать за сколько? За 1,5 миллиона всего лишь. Я не знаю, сколько сейчас денег потратил ребята на... Ещё слушай, это не всё. Я сейчас терпел монолог долгий. Меня закинуло в задание. Я из него вышел, приехал опять снова сюда, чтобы, сука, еще раз монолог смотреть. Я, офигеть, тройные сабвуферы, ё-моё.
Мне нравится, как открывается багажник, это... Так. Сейчас посмотрим, Олег. Тихо, нет, не надо ничего. Колеса. Спойлерить, пожалуйста, не спойлерим. Так. Вот давайте... Все, наконец-то, ремонт 100 баксов. Я успел врезаться. Модификация, чина заказная. Ребята, ну вот мне кажется, давно такого не было, на самом деле. Давно такого обновления прям масштабного не было. Охренеть. Так. Вот это тачка. Так, броня. Ну, броню мы ставим по максимуму. Ты по максимуму ставил броню? Да, я все делал по максимуму. Ты по максимуму, да, ставил. Конечно, конечно, Лёха. Передний бампера. Так, заказной бампер. Так, улучшение шин давайте. Бампера, здесь скудный вообще спектр бамперов на эту тачку. Ну-ка, а может добавили какой-то дым? Нет, дымов больше никаких нет, дымов. Так, коричневый дым и всякое такое. Бак. Смотри, бак снизу можно. Бензобак. Да, да, да. Дополнительного цвета. Или даже захромировать. Нет, красный будет прикольный. Ну-ка, вот да, я даже могу тонировку сделать. Да, все, я просто сейчас буду выезжать из нашего гаража, блок, ребята. Цилиндра и... можно затюнинговать, сука. Сейчас мы посмотрим на это просто произведение искусства. Цвет так. Мотора, так. Я лучше сделаю цвет мотора. Удерживайте X. Воздушные фильтра. Так, какие у нас здесь есть? Двойной, хромированный, лесной. Понимаешь, я выезжаю просто из гребаного, значит, этого гаража, и меня просто убивает. Там, не знаю, как это вакханалия прям творится, все взрывается и... Ну чё, ребята, мы выехали с нашей бандой, просто посмотрите на все это. Охренеть. Лёха, смотри, что могу, смотри. Бау, бенч! На X ты нажимаешь, да? Да, на X. И, конечно, испортят любую херню, которая тебе понравится. А еще, Лёша, просто прислушайтесь, вот, ребята, сейчас просто прислушайтесь. Не-не-не, ребят, извините, я включаю пассивку, это бред. Да, ребят, пожалуй, тоже включу пассивный режим, потому что все же, ну тут невозможно сейчас играть в сессии, это надо играть просто, давай мне кажется... Давай отъедем куда-нибудь, реально. Давай отъедем, так, подальше, потому что тут менты за кем-то гоняются. Я давай, включил Олег, пассивку. Давай, встретимся, знаешь, где-нибудь у аэропорта? Давай. Отъедь по скорости, потому что здесь чуваки притащат с собой копов на хвосте, а мы, как нигеры, этого не любим. Кстати, ребята, тачка, ну она даже вот сама по себе очень быстрая. Вот давай по трассе проедемся, давай. Да. Ну блин, мне нравится, Слёх, ну, смотри. Ну да, гудок это вообще. Тихо. Понимаешь, можно ехать еще даже вот так вот делать. Смотри, видишь, как я делаю? Сейчас гудок так странно закончился, такой, знаешь, как будто... Так, стоп, ты где? Я сзади тебя. Как ты делал, я что-то не понял. Я на их зажимаю, и вот, смотри, вот. То есть прыгаю как-то, когда пытаюсь. Я зажимаю, у меня управление на ВСД уже... Да, теряется, да, есть такое. Но все же это... Подпрыгнул. Ну-ка. А ты знаешь, для чего придумали гидравлику? Лоурайдеры, это наш бэпан, по сути, если сравнивать. Вот. Они любили низкие тачки тогда. И чтобы перепрыгивать лежачие полицейские, а лежачие полицейские — это любая трагедия и проблема для лоурайдера или бэпановца. Они придумали гидравлику, они просто-напросто это придумали, чтобы перепрыгивать лежачие. И не скорябать днище. Прикинь? Блин, ну тачка мне, конечно, вообще нравится, Лёша. Я не могу, я тебе... Офигенно. Теперь действительно... Оп! Так, отлично, он расчистил нам дорогу немножко. Там впереди нас джип едет, или что это было? Это минивэн небольшой, не такой. Не знаю, тут очень много фур. Поехали в порт, направо заворачивай сейчас. Давай. Блин, ребята, тачка невероятно крутая. Смотри, прям туман еще в такую прям в какую-то мглу въезжаем сейчас. Так, и надо вот так вот заезжать. С музыкой надо заезжать, с музыкой. А, Леха, ты... Ай! Тихо! Саки, подожди! Помолчи, пожалуйста, не испорть атмосферу. Чего такое? Музыку, слышите? Мы находимся в порту. Туман, смог. Да это GTA 4, че, гонишь что ли? Тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири. По-моему, все такой клаксон поставили, слушай. Сан-Андреас, он почему-то не в тему звучит. Не, это круто. Это, блин, это офигенно. Все, давай, приезжаем, паркуемся и начинаем просто сейчас подпрыгивать, танцевать на нашей тачке. Итак, нажимаем на X и... Ну-ка, интересно вообще... Ё-моё, хрена! Смотри, Лёх. Так, пассивный режим. Ё-моё! Отлично было, отлично. Еще вот под рингтончик такой. Уху! Ребята, это круто. Ух ты! Я X нажимаю. Ух ты! Нум кнопки. Восьмерка и пятерка. Офигеть! Охренеть, смотри, как высоко подпрыгиваю! Бред, это офигенно. Охрененно. Йоу! Садитесь ко мне кто-нибудь! Так, X надо держать или как? Я X вообще зажимаю и просто вот на восьмерку нажимаю на нум. А, вот, все, разобрался, офигеть. Ё-моё! Просто реально, смотри, какая-то банда такая собралась, и там чувак вышел, вон у него... Врезался в меня еще. Давай теперь в бок. Ты не смотришься. А?
Ты не смотришься. Так это тоже в пассивке. Я, у меня кнопка включить в ней почему-то. Ну-ка. Офигеть. Блин, ребят, крутое обновление. Кстати, Лех, я предлагаю сейчас заехать. Поехать за оружием предлагаю сейчас. А смысл? Так, ну, блин, показать. Мы же все-таки сегодня показываем, что добавили, как бы, вот. Еще и... пушки добавили. Да, там еще пушки добавили. Я вот поеду вот так вот. У меня, получается, колеса, они, видишь, как у меня зад приподнят немного. То есть вот так вот поеду. Вот, я, правда, не знаю, как я это сделал, но все же. Так, это тупое это. И, кстати, ты когда вот зажимаешь, получается, гудок, ты можешь управлять машиной, можешь управлять машиной мышкой. Зажать левую кнопку мыши и просто вот так вот ехать. Да ладно. Это херня динамическая, не статическая. О, офигенно. А, тихо. Так, нам нужно в оружейку. Оружейка, по-моему, самая ближняя. Это вот сейчас направо надо свернуть. Подожди, не подожди меня. Ты все время перед поезда едешь. Не наслаждаешься, так скажем, игрой. Я наслаждаюсь игрой, потому что я еду на этой тачке. Что за херня с моей тачкой? Блин, ребят, этот рингтон, он божественный. Тупой истребитель надо мной летает. Леха не туда повернул. Вот, да, правильно. Я поехали. Понял. Истребитель, смотри. Так я вижу. Он так эпично летел очень рядом, сбоку. Теперь реально, ребят, можно, знаете, вот такую сходку чисто устроить. Вот 30 человек в сессии, все на вот такой вот тачке. Кстати, если одобривать эту идею, то обязательно ставьте лайк. Да, ребят. Если вы хотите, чтобы мы все провели сходку на, естественно, на ПК... Да, мне сейчас повезло. Да, а что произошло? Передо мной самолет взорвался. В общем, ребята, если вы хотите, чтобы мы устроили сходку с нашими подписчиками, то есть с вами, чтобы мы провели весело время, то пишите, соответственно, об этом в комментариях. Если вы действительно этого хотите, то ставьте большой палец вверх. Если мы наберем 10 тысяч лайков, то мы это устроим. Да, вот так вот, ребята. Так, Лёша, вы где? Я еду. Я под музыку медленно езжу. На БП они быстро не ездят. Да, куда ты подрезаешь, ты дебил? Надо, кстати, нет. А, гидравлика, короче, что-то происходит с ней не так. И, короче, тебя подкидывает жестко. Ой. Так, надо налево сейчас вернуть. Ох, ё-ма! Так, едем дальше. Поехали. Банда за мной. Гидравлика своей жизнью живет на самом деле. Я еду, и что-то происходит с ней. Так. Я слышу, как скрябается днище. Да-да-да. Ай, тихо. Так, вот где-то здесь у нас эмунация, да. Так. Не, ну без рингтона, ребята, ехать это как-то ни о чем вообще. Да, ну там, учитывая, что еще и твоя музыка будет накинута. Да. А прикинь, скачать этот рингтон и просто на всю, весь ролик, так знаешь, растянуть его. Так, все, я подъехал. Блин, ну тачка, ребята, даже со стороны. Я приехал в эмунацию. Прям, охренеть, как нас много. Смотрите, просто чисто банда, смотри, Лех. Нет, лучше не заезжать, я знаю, как чревата вот такая парковка. Офигенно. Когда за тебя дебил встает. Так, ладно, заходим, значит, смотрим, что добавили здесь из оружия. Итак, добавили малый ПП. Малый ПП добавили, смотри. Так, я понял, какие пушки. Чисто гангстерское такое, да, знаешь, оружие. Да, Сан-Андреас уже чисто тайм пошел. Да, ребят, так. Добавили мачете, ни хрена себе. Ой, ну и что я с ним делать буду? Так, ну все, это, в принципе, все, что из оружия, наверное, добавили, да? Где они лежат у нас? Так, сейчас глянем. Я, пожалуй, все-таки выключу пассивку, потому что я хочу быть настоящим гангстер-чет. И так, включить пассивный режим. Я вижу мачете, да, и малый ПП. Ну вот малый ПП купим. Больше на ТЭК-9 похоже. Давай просто посмотрим, что еще у кого-то тачки какие, да, вообще. Вот мне вот это еще, в принципе, нравится. Я помню, вроде давай, такая... Давай оценим тачки. Так, я в нее сел, но сел, к сожалению, не за руль. Ну ладно, давай вот тут еще, кстати, какой-то минивэн есть. Так, блин, здесь, каждый здесь... по-разному закинул. Смотри, этот под стиль Ямайки какой-то сделал себе. Да. Прикольно. О, а как они открывают? Кого? О, кстати, я не знаю, как они это делают. Возможно, блин, а как они это делают-то? Довольно интересно, слушай. Я написал Лекоробрикни, я не знаю, что это перекрывало. Как дверь Лекоробрикни? Чувак сел в мою тачку. Двери. Слышишь? Двери, там двери что-то есть. Да, двери, видишь, все. Ну-ка, давай попробуем, так. Так, что там приехал кто-то на скорой, у него, видимо, своя там вообще атмосфера. Так, на М, то есть где-то здесь у нас, значит, есть, да, доступ. А, двери. Двери все, передняя, капот, багажник, все. Фух, да. Нихрена, ё-моё. Подожди, мне надо доступ к транспорту сделать. Зачем? А, потому что, так вот, так. Охренеть. Двери. Жесть, просто, так. А, вот, Enter открыть. Дайте мне взять этот микро ПП. И. Так опять его пролистываю. Подожди. О, офигенно! А так ехать можно. Да, прикинь, в таком состоянии это ехать даже можно.
Я хочу проверить на... Ой-ой-ой! Так, понятно. Блин, бы не закрылись эти двери. Ну-ка, мне... Давай, поехали, поехали, Олег. Меня тут, правда, задержали немного. Херня сейчас была вообще. Я проехать даже не могу, понимаешь? Все, поехали. Короче, чувак. Поехали, просто, блин, кстати, наша тачка, она очень тяжелая, она откидывает. РП хотя бы сейчас. Давай, поехали, поехали. Аккуратно, ну мне кажется, они ничего не сделают. Вот, все. Давай просто по трафику поедем медленно. Давай, давай, давай. Отлично, офигенно. Блин, ребят, это блин, это супер. Мне двери закрыли. Это просто супер, понимаете? Только из-за этого я уже готов проводить сейчас дофигища времени в GTA 5 онлайн. Мне там сзади кто-то подталкивает. Ай. Короче, поехали. Капот отвалился, и у меня там это у меня, по-моему. Офигенный дрифт, просто офигенный. А ты что, налево уехал? Да, я повернул налево, я хочу А? Предупреждать же надо. Так я же сказал, поворачиваем. Я поехал в гетто. Как она взлетела у меня. Блин, о, кстати, ребята. Скажи, она смотрится лучше. Да, я вот поэтому и взялся без капота. Ой, точнее, какого, без крыши. Подожди, куда ты опять свернул? Я в гетто сейчас вообще заезжаю уже. Боком хорошо валит. Да, да, да. Офигенская тачка. Ребята, все. Задротим в GTA 5 онлайн. Мы вот просто это самое лучшее, наверное, из последних вообще, да из всех обновлений. Но я помню еще Бигфуты добавили, это было тоже шиком. Но вот это реально самое прикольное, что есть. Если вы считаете так же, то, конечно же, пишите об этом в комментариях. Пов, которые любят Лос-Сантос и всю эту тематику. Да. Сан-Андреасские, все, кто вот играл. Просто... Все равно, Сан-Андреас в сердце были эти банды, вот эти лоурайдеры, помните все. Просто поделили сейчас, можно сказать, игру на две части. То есть игроков, которые будут гонять сейчас на суперкарах, и просто гетовцев, знаете. Чисто кто вот с самого начала просто еще играл в GTA San Andreas, который был там в гетто, где-нибудь в банде постоянно за какую-то банду сражался. Да, еще банда осталась такие вести, блин, было бы круто. Так, ну че, Леша? Кстати, ты себе крылья, смотри, не сделал, да, вот эти вот? Не, я решил без них все-таки. Давай, кстати, проверим на бронебойность наше оружие. Вот впереди там белая тачка едет. Не, ну нормально такое оружие. Это вот что-то смахивает на бронебойный тот самый пистолет. Вот, и... Ну нормально, слушай, мне нравится. Появилось, ребята, кстати, очень много крутых новых заданий, в которых мы можем принять, естественно, участие. И, возможно, мы их даже запишем. Это бандитский, это реально ТАК-9. Ну? О, это Мерс, Лёха, смотри, Мерс проехал только что мимо него. А, и все правильно с ним сделали. Я еще пострелял. Ты чё, гэнгста? Ты чё? О, ну-ка, смотри сюда. Оп, мне звездочку дали. А ну-ка, верну мои бабки. Bitch, but I have my money. Bitch, but I have my money. Фура, это охрененно. Ребята, все, перестрелки просто теперь на этих тачках. Это, ты чё, действительно помнистый? Я убил, все. Да, я немного попал. Опа. Давай по ментам, отлично, минус наснули. Просто банда, посмотрите назад, нас куча. Ну это круто. Леха, понятно, до свидания. Я бросал мину. But I have my money, bitch. Взорвал кого-то случайно. Сейчас начнется вакханалия. Сейчас просто, ребята, в сессиях, конечно же, будет твориться вот что-то такое подобное, да. Потому что... Олег, не дави на газ, едь прямо. Ну едь, давай, едь. Я тебя жду. Оп-оп! Нифига! Нет, когда все одновременно нажимают, уже какофония происходит. Ну, на самом деле, да. Поэтому лучше, что... Из-за крышки багажника ни хрена не вижу. Не знаю. Опа-опа-опа-опа! Нет! Так, аккуратно. Как ты под фуру-то не влетел, а? Не знаю, я вроде как бы аккуратно еду. Так, и тут чувак просто, смотри, едет на Зенторно своей, на Зенпорно. Ой! Да-да-да, я тоже на Зенторно, кстати, приехал, когда эти чуваки стояли в толпой. Давай по встречке, поехали по встречке. Давай. Понятно? Да бред, понятно. Бред. Не, по встречке это сложно ехать. Покажи, как-то закрыть. Так, опа. Так, двери. Где двери? Двери нельзя так закрыть. Ой, слушай, дай попробую от первого лица проехать. Лёша! Мне знаешь, что нравится вот эта фигурка, которая справа от тебя, если ты сделаешь вид от первого лица, и у нее головка такая трясется, знаешь? Да, как собачка, знаешь? Да, 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 ну ни хрена себе там взрывы что-то сзади были прям. Цветочек на Дэва Матиза еще ставят. Так. Бабушки всякие, девчонки.
Так, это не Олег. Я думал, это Олег. Блин, я не могу из-за крышки багажника. Не знаю. Почему ее? Нет. А, все, наконец-то оторвали. Ой! Че тут за... Что происходит? Че происходит? Короче, Леш, я думаю, то, что пора делать бум-бум. Давай, взрывай. Просто взрывай. До свидания, смотри. Сейчас все взорвется, просто все взорвется, смотри. Банч, бич, бич! Просто все, весь, сейчас весь там мост взорвался, наверное, охренеть, ребята, сейчас... Ё-моё. Что я только что сделал? Что я только что сделал? Ну, в принципе, как мне кажется, что Леша на этом уже пора заканчивать. Да, потому что... вы поняли смысл обновления. Мы записываем это сейчас все по-быстрому, на самом деле. Потому что вот-вот вышло обновление, и хотим самым первым показать вам это. А да? За это вы обязательно поставите нам большой палец вверх. Подпишитесь на наш канал, если еще того не сделали. До скорых встреч. И всем, ребята, пока. И ждите следующих серий по лоурайдам. И радуйтесь этому обновлению, потому что оно действительно достойно вашего внимания. Ну, а на этом все. С вами был, как всегда, Кофе и Такс. Всем пока-пока.